Тепло в полном объеме поступает в многоквартирные дома, сообщил генеральный директор ОАО «Одинцовская теплосеть» Сергей Михеев. Отапливаются все 182 социальных объекта, детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта. Основная задача сейчас – как можно быстрее завершить точную настройку внутридомового инженерного оборудования, подчеркнул руководитель. Он также рассказал, что в период подготовки к отопительному сезону управляющие ресурсоснабжающие организации проводили работы по проверке, промывке и очистке систем центрального отопления МКД. Для снижения теплопотерь ремонтировались кровли и входные группы, велось остекление и гидроизоляция фундаментов.